Добрый день. Если вы искали формулу здоровья доктора Скачко номер 3, значит вы понимаете, что печень – это ключевое звено в обмене веществ, это биохимический, метаболический мозг вашего организма, от работы которого зависит, как продукты питания, которые попали в пищеварительную систему, и продукты пищеварения, которые всосались в кровь, если печень их усвоит оптимально, организм работает оптимально, вы находитесь в состоянии здоровья. Если печень усвоит их не так, как необходимо, нарушена работа печени, плохая работа печени и плохая работа любых клеток, любых органов вашего организма. Поэтому восстановление работы печени, оптимальное участие печени в обмене веществ, и вы занимаетесь профилактикой любых заболеваний, которые сегодня вы знаете. Улучшение работы печени и исчезают те заболевания, те диагнозы, с которыми вы уже знакомы. Целевое назначение формулы номер 3 – это явление гепатита, это явление жирового гепатоза, это явление стеатогепатита. То есть это те воспалительно-дистрофические заболевания печени, за которыми неизменно следует нарушение обмена веществ. Исключение из всех гепатитов – это вирусный гепатит С. Формула номер 3, она кроме усиления работы печени, активно повышает иммунную систему. Чем сильнее иммунитет, тем сильнее вирус гепатита С разрушает собственно печень. Поэтому если вирусный гепатит С, нужно начинать не с формулы 3, а с формулы номер 1. Она активирует работу пищеварительной системы, мягко усиливает работу печени и постепенно исподволь загоняет вирус гепатита С в тень. Как только активность процесса снижается, как только нормализуются трансаминазы, улучшаются биохимические показатели работы печени, вот тут вы можете формулой 3 добить этот вирус, активировать иммунную систему так, чтобы вирус в принципе не проявлялся. Потому что у нескольких десятков процентов людей, больных гепатитом С, вирус находится в латентной стадии. То есть он не проявляет свою патогенность, он присутствует в организме, но не нарушает работу печени, не мешает вам жить. Вот. Поэтому тут вопрос в этом. Какие еще, безусловно, восстановление печени, это и лечение атеросклероза сосудов, и лечение сахарного диабета. Это целевое назначение. Это и усиление работоспособности, это восстановление после физических нагрузок, после тренажерного зала, это восстановление в большом спорте, это восстановление после подвига на приусадебном участке. То есть это целый комплекс проблем, которые невозможно решить, не решая проблему печени. И если вы регулярно используете формулу номер 3, ваша печень находится в состоянии здоровья, а ваш организм тем более будет работать оптимально, эффективно, мощно и радовать вас трудовыми успехами, а не какими-то проблемами и заболеваниями.